Чистый воздух, запах хвои, развитая инфраструктура. Съемочная группа «Здорового дозора» находится в санатории имени Абельмана. И сегодня нас ждет увлекательная экскурсия по Здравнице. Вы убедитесь, что курорт ближе, чем вы думаете. Прежде чем заходить в лечебный корпус, полюбуемся территорией. Санаторий, которому в этом году исполняется 95 лет, располагается недалеко от Коврова, в зеленой зоне, с прекрасными видами для приятных оздоровительных прогулок. Здесь отдыхаешь от городской суеты. В 1984 году минеральную воду, обнаруженную еще до войны, вывели в скважины и внедрили в лечебный процесс. С тех пор пансионат стал санаторием. Пройдем в саму Здравницу. Санаторий имени Абельмана славится своими минеральными ваннами. По насыщенности солей эта минеральная вода сравнима с водой Мертвого моря. А еще в санатории есть бар с минеральной водой. Отдыхающие заходят сюда за порцией, а точнее стаканчиком здоровья. Ведь минеральная вода оказывает благотворное воздействие на весь организм. К тому же здесь исключена фальсификация. Вода сохраняет все свои полезные свойства. Лечебная база санатория рассчитана на оздоровление по следующим профилям заболеваний: опорно-двигательный аппарат, неврология, кардиология, гинекология и урология. Применяются разные оздоровительные методики: тамбуканские грязи, лазеротерапия, спелеолечение, подводное и сухое вытяжение позвоночника, различные виды массажа. Питание в санатории имени Абельмана организовано по ресторанной системе с предварительным заказом блюд на последующие дни. В санатории у нас организовано лечебно-профилактическое питание. Помимо основных стандартных диет, разработана низкокалорийная диета для худеющих, учитываем интересы вегетарианцев, а также людей, которые соблюдают пост. Проживание возможно в номерах разных категорий. Санатории имени Абельмана предлагают удобные варианты оздоровительных и СПА-программ. Особой популярностью пользуются сибирское здоровье и синдром менеджмента.